Так, ну, вначале я предоставляю слово основателю Solidar клуба Виталию Млынко, которому, собственно, пришла в голову эта замечательная идея. Как я люблю повторять, есть, помните, в советские времена был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а здесь такой лозунг «Сетевики всех стран, соединяйтесь». Да? Вот Виталий придумал такой интересный формат, когда сетевики из разных стран могут общаться, взаимодействовать, тем более в связи с коронавирусом, вы сами видите, многие люди на карантине, должны сидеть дома, и именно заработок через интернет, по-моему, это самая актуальная на сегодня тема. Итак, пожалуйста, передаю слово Виталию. Виталий, коротко расскажи о Solidar клубе, пожалуйста. Да, друзья, приветствую всех, кто сегодня у нас с нами. Дело в том, что мы действительно рады это видеть всех. Почему? Потому что если говорить о сетевом бизнесе, здесь есть один важный момент, который надо понять. Это то, что сетевики все, они пытаются вовлечь друг друга в всевозможные, ну, свои проекты, да, то есть это естественное явление. Иногда они так вот постоянно соревнуются между собой, кто лучше, чей проект и так далее. Ну, соответственно, я наблюдал за этой индустрией последние годы, меня она очень интересовала, потому что все, что связано с сообществом, с объединением людей, меня особенно интересует. И вот я решил, что вот эта вот конкурентная бойня, которая есть в мире бизнеса, но и в сетевом тоже, она устарела, и нужно что-то менять. Поэтому мы решили объединить именно сетевиков из разных направлений в клубе, и нам это получается хорошо делать. Вот вместе с Андреем получается хорошо делать, потому что Андрей тоже так считает, что человек должен иметь выбор, да, выбирать из разных вариантов. Он не должен, скажем так, иметь такие шоры, как лошадям одевают, и он должен четко понимать, что для него лучше, что есть на рынке, то есть делать осознанный выбор. Поэтому мы не паримся о том, чтобы людям говорить, что вот это вот лучше всех, остальное значит нет. Человек должен четко понимать, что есть, что будет выходить на рынок, где можно заработать. А вот где можно взять дополнительную партнерскую программу, что поставить в приоритет. Поэтому мы объединяем всех, кто имеет такое мировоззрение, и помогаем, реально помогаем людям продвигать их бизнес-направления. То есть не говорим, вот только Solidar клуб предлагайте вот одну компанию. Вот есть у вас бизнес, вы горите им, желаете продвигать, верите вы в эту идею, там, компанию, либо сами создали еще лучше, да, компанию. Пожалуйста, мы сделаем все, чтобы помочь вам продвинуть ее на рынок. Поэтому, если вот нас будут смотреть в записи основатели компании, приходите, выступайте, системно продвигайте ваш бизнес. Топ-лидеры, приходите целой командой, выступайте у нас, но не только выступайте, общайтесь с другими лидерами в вип-чате. Андрей возьмет интервью, другие блогеры присоединяются. Да? То есть помогаем всем продвигать бизнес. Вот. То есть мы открыты, да? Ну и вот к нам присоединяется вот наш участник клуба, Рашид присоединился. Я думаю, некоторые сегодня выступят, некоторые на следующий раз. Но в целом, вот короткие у нас сегодня выступления, всего по 3 минуты. Вот такой вот формат мы сейчас внедряем, потому что по вторникам у нас чуть-чуть больше выступает, да? А вот сегодня... Да, Виталий, извини, вынужден тебя прервать, твои 3 минуты истекли. Вот, да. Да, ребята, значит, будем соблюдать формат. Цель как раз, чтобы дать как можно большему количеству участников выступить. Итак, передаю слово Рашиду Юсупову. Пожалуйста, Рашид, расскажи о своем направлении, чем занимаешься. Добрый вечер, друзья. Зовут меня Рашид Юсупов. Я являюсь активным криптоэнтузиастом уже больше 2-3 лет. Я занимаюсь сам и трейдингом, торгую на криптобиржах. Сейчас я активно работаю как адвайзер по развитию криптовалюты USRA и, соответственно, получаю с этого зарплату и занимаюсь обучением и продвижением этой криптовалюты в интернете. Чем особенно, да, именно эта монета? Монета USRA, она на посттехнологии, она майнится и приносит доход, как и другие аналогичные монеты.
Сейчас текущий процент от 4 до 10% – это средний майнинг. Там есть система халвингов и гровинга. То есть цена – это самая стабильная монета на постмайнинге, которая каждый месяц с каждым халвингом поднимается в цене и, соответственно, дает людям возможность ее использовать как платежное средство, потому что она не падает в цене, она только растет и, соответственно, становится дороже. И вкратце, друзья, сама монета не так важна, как сами IT-проекты, которые в рамках этой экосистемы USRA будут создаваться. И в марте, и в мае месяце уже будет самый крупный наш IT-проект – это своя социальная сеть добра. Это приложение уровня Instagram и TikTok, которые люди, соответственно, смогут заниматься благотворительностью, использовать монеты USRA для спонсирования блогеров, людей нуждающихся, которые снимают прямые эфиры, и это будет происходить онлайн. И именно вот такие IT-проекты, они будут, соответственно, создавать ликвидность, поддерживать ликвидность монеты и увеличивать спрос на эту монету в системе. Эмиссия монет 40 миллионов всего, из них 30 миллионов выделено на постмайнинг. Каждый месяц выделяется в среднем всего 200 тысяч монет на продажу через сайт и на регионы. И, соответственно, постоянно есть дефицит и ликвидность на монеты. В принципе, это, друзья, все. Есть команда разработчиков, маркетологов, большой штат программистов, которые модернизируют и занимаются... В принципе, друзья, все. Кратце могу сказать, что через 2 года стоимость этой же монеты будет 35 долларов. Сейчас курс 1,69 доллара. Текущий. Еще хочу сказать, что буквально на днях эта монета уже будет в iBanker. Мы активно уже ее внедряем в iBanker, и скоро каждый из вас сможет просто через iBanker уже зарабатывать на этой монете. Кстати, я нахожусь в структуре Андрея Жарикова, и в скором времени будем работать через iBanker. Поэтому у меня, в принципе, все, друзья. Также хочу сказать, у кого есть IT-проекты, они тоже могут на нашей экосистеме их создавать. Главное, нужно техническое задание от вас, и, возможно, мы поможем вам создать своего рода проект уже на этой монете. В принципе, все, друзья. Спасибо, Рашид. Молодец, что уложился в 3 минуты. Виталий, Денис Калачев попросил дать ему права тоже администратора, чтобы он записал эту встречу. У нас на связи как раз Денис, который может, знает жестовый язык и может переводить материалы. Участвовали. И очень много глухих участвовало в этой пирамиде. И очень много денег там потеряло людей. И мы недавно познакомились с Андреем Жариковым в ноябре того года. И я задался такой целью, миссией, как бы научить глухих вот ориентироваться во всех вот этих пирамидах, в этих хайпах, как можно типа зарабатывать в интернете и вообще научиться элементарной финансовой грамотности. То есть, грубо говоря, и сам учусь, мир постигаю, и других учу. Вот как-то так. Да, отлично. И Денис, собственно, выступление участников клуба переводит на русский жестовый язык. Он открыл свой канал, и сейчас у него на канале уже первые более 100 подписчиков. Это именно знающий жестовый язык. Ребят, кто не выступает, отключайте, пожалуйста, микрофоны, чтобы посторонних шумов не было. Денис, ты молодец, что очень коротко рассказал, за 1 минуту уложился, мини-презентация, да? Так, хорошо. Я рад представить моего партнера, моего земляка Галину Боброву, с которой мы сотрудничаем уже достаточно давно. Галя, пожалуйста, выходи на связь. Значит, Галина является одним из создателей бренда Global Star Club. Это вот логотип, который вы видите в наших видеороликах. Да, мы этот бренд создали еще 7 лет назад, в 2013 году. Вот, Галя, пожалуйста, коротко расскажи о себе, о том, чем сейчас занимаешься. Меня зовут Галина Боброва. В данный момент я занимаюсь тем, что работаю, являюсь финансовым консультантом холдинга Life is Good. Вместе с Андреем, кстати, да. Вот. Ну, Андрею дифирамб петь не буду, но хочу сказать, что это единственный человек на просторах интернета, который дает правдивую информацию. Наверное, и вы все поэтому тоже здесь. Значит, в холдинге Life is Good работаю более 5 лет.
продукты холдинга – это приобретение жилья на очень выгодных и очень комфортных условиях. Мы создаем серьезную альтернативу ипотеке. Вот. Это также создание финансовой подушки безопасности. При абсолютно пассивном доходе в размере 20-24% годовых в евро. И также система обучения от самых лучших мировых бизнес-тренеров, таких как Боб Дейл, вы, конечно, все его слышали, читали «Секрет», Алан Пис и другие, лучшие из лучших. В нашей компании также есть возможность получать стабильный оклад от 1000 евро. И также меня привлекает в нашем бизнесе не только возможность получения высокого дохода, а еще мероприятия, которые проходят на высоком уровне с лучшими артистами. Я тоже делаю ролики, вот у меня это тоже неплохо получается, можно будет посмотреть, если будет интересовать. И, конечно, привлекает система поощрений, путешествий по всему миру, а самое главное – это концепция компании «Добро в массы», концепция и политика. Вот это самое основное. Люди делают добрые дела, помогают приобретать жилье супервыгодно, и это здорово, потому здесь нету коммерческого подхода, здесь есть чисто человеческий подход. У меня все. Уложилась ли я? Так, Галь, молодец, ты практически за 2 минуты справилась и уложилась. Супер. Хорошо. Как говорят, краткость сестра таланта. Да, отлично. У нас на связи Дмитрий Маракулин. Пожалуйста, Дмитрий, тоже слушаем тебя. Расскажи, чем занимаешься. Меня зовут Дмитрий Маракулин, значит, я практикую заработки в интернете, доходы в интернете с 2014 года, вот, то есть получается уже порядком 6 лет я в данном источнике дохода. Начинал со всеразличных вариантов без вложений, поскольку не верил, что здесь в интернете можно с вложениями заработать. Ну, как бы доверия было мало, и поэтому я начинал с разных буксов, да, то есть кликаешь буксы, получаешь за кликание рекламы там какие-то деньги. Вот, это, значит, все различные краны по биткоинам, там фрибиткоин и так далее, да, о майнинге. Ну и, соответственно, знакомясь с данной сферой, я стал знакомиться, получается, с всеразличными сетевиками, которые предлагали различные источники дохода. Это сетевые, это матричные проекты, вот, ну и, соответственно, инвестиционные проекты, которые сейчас, ну не сейчас, вообще, в принципе, именуются хайпами, да. Вот, то есть первый период, когда я, грубо говоря, там первый год-два, то есть я пробовал все, то есть все различные источники дохода, это и матрицы, и инвестиционные проекты, хайпы, и сетевые компании продуктовые, но остановился на рынке хайпов все-таки, на рынке инвестиционных проектов. Здесь, значит, у меня есть достаточно обширный опыт. Я понимаю, какие инвестиционные проекты бывают, что они из себя, скажем так, представляют, на какие варианты и категории они делятся. Знаю лидеров, которые прокачивают тех или иных, грубо говоря, когда запускается тот или иной хайп. Вот. Ну, это как бы одно, да, то есть... А чем я занимаюсь? Я сейчас в последнее время занимаюсь постмайнингом. Я работаю в структуре у Артура. Он сейчас, получается, здесь, ну, в нашей конференции, или как это можно назвать, да? То есть у него, получается, вот эта вот система по продвижению, Systemanis. Вот, я работаю сейчас на данный момент в нескольких направлениях. Основной — это SpaceBot по парамайнингу криптовалюты Prism. Далее, соответственно, то, чем занимается Solidar Club, это iBanker 24. Потом у меня есть AlphaBot. И... Так,
Дмитрий, спасибо. Три минуты истекло. Окей. Спасибо. Как раз ты упомянул Артура Гидзика. Он у нас сегодня на связи. Артур, рад передать тебе слово. Пожалуйста, выйди на связь, расскажи, чем занимаешься. Да. Так, это Артур с Израиля. На данный момент живу на Кипре. Заточил меня коронавирус. И я разработчик автоматизированной системы по построению 100-тысячных сетей. Работаю с 2010 года примерно в разных проектах, ну, более инвестиционных. И сейчас я сделаю презентацию самой системы. Я ее расписал, поэтому я буду читать. Значит, Money System — это целый комплекс мини-систем, позволяющий автоматизировать множество процессов для построения 100-тысячной сети в разных партнерских проектах. То есть можно в одном проекте 10 тысяч выстроить, в другом там 20 и так далее. Далее. Значит, первое. Это система сайтов для рекламы проектов с прошитыми вашими реф-ссылками, ссылками на ваши чаты и каналы. Сайты делаются мгновенно и могут раздаваться тысячам вашим партнерам в сети на полном автомате без вашего участия. В чем здесь автоматизация? Представьте, что каждому вашему партнеру нужно, не нужно покупать домен, хостинг, заливать код сайта, корректировать код с реф-ссылками под себя. Так вот, в системе это все на автомате. Значит, это пункт один. Пункт два. Это записная книжка, которая сохраняет почту, скайп, телефон вашего партнера. Вы можете делать заметки, на какой стадии находится ваш партнер, ну, во вход в проект. Третий пункт – это древовидная структура вашей первой линии и также у ваших партнеров. Вы можете определить, кто в системе пригласил больше всего партнеров. Это уникальное ноу-хау, позволяет сохранять структуру сети вне проектов, куда вы приглашаете людей. То есть проект, если закрылся, то вся ваша структура, она осталась с вами и никуда она не делась, то есть вы продолжаете с ней работать уже в другом проекте. Далее, пункт 4. Внутри системы есть раздел, где более 300 инструкций, где брать MLM-трафик в виде пошаговых инструкций. Используя этот раздел, вы можете организовать более миллиона переходов по любой вашей ссылке на проект, на сайт, на вашу соцсеть. То есть вы можете раскрутить абсолютно все, что хотите. Пятый пункт. Важный обучающий раздел в системе – это как обрабатывать трафик и превращать его в деньги. Именно здесь включается ступор у всех сетевиков, которые знают, что нужен трафик, но не знают, как его обрабатывать. Значит, у нас есть курс, он состоит из трех курсов, очень такой плотненький, и там у вас полностью открывается сознание вообще, куда надо, что надо делать и какие ошибки делают другие сетевики. Пункт 6. В системе есть самообновляемый чек-лист, как новичку за одну неделю создать свой ресурс, наполнить его трафиком и получить первые просмотры от тысяч людей той информации, которую вы хотите им донести. Соответственно, вы учитесь, как качественно им доносить информацию. Пункт 7. В системе есть два вида закрытых чатов. В первом мы добавляем тех, кто создал себе пассивный доход, то есть зашел в наш проект. А во второй... чат тех, кто проявил желание изучать построение 100-тысячных сетей на базе реального опыта создателей системы Money Systems, ну, то есть меня, Артура. То есть я показываю те результаты, которые я сделал, прям открыто, то есть ничего не фантазирую. Все, пункт номер 8, последний. Сама IT-система с каждым годом расширяется в функционале. С 2014 года, когда мы начали заниматься, прошло более сотни изменений в системе, и, соответственно, система под реалии подгоняется с каждым годом. Все, значит, это была первая версия презентации автоматизированной системы. Я скину ссылочку, то есть тут нет ни реферальных, ничего, просто это такой документ. И я буду выступать в следующие разы и расширять функционал презентации, то есть более детально какие-то моменты разъяснять. Все, благодарю вам. Да, спасибо, Артур. Молодец. Чуть-чуть больше 3 минут, но, как говорится, коротко и ясно получилось. Отлично. К нам присоединилась как раз Надежда Лихвинцева. Да, Надежда, слушаем вас. Расскажите в течение 3 минут, чем занимаетесь. Меня слышно? Да, слышно. Я всех приветствую, меня зовут Надежда Лихвинцева, я работаю консультантом и руководителем сообщества «Суперкопилка», а также являюсь активным участником этого сообщества. Сейчас вкратце расскажу о возможностях, которые предоставляет «Суперкопилка». Конечно же, хочется в первую очередь сказать, что наше сообщество работает и успешно развивается уже 7 лет.
Вот в мае, 13 мая, будет ровно 7 лет. И помимо того, что есть возможность приумножать свои средства, не приглашая других, то есть мы можем создавать пассив со своих собственных средств, не приглашая других людей. Это огромный плюс, так как, ну, многие люди, они просто, ну, не получается приглашать. Поэтому в суперкопилку очень легко заводить людей, потому что, ну, любой человек хочет выйти на пассив. И помимо того, что здесь можно выйти на пассив, здесь также в это тяжелое время даже суперкопилка открывает двери и трудоустраивает людей. То есть мы предлагаем пройти бесплатное обучение и работать вместе с нами, руководителем в консалтинговом центре этого сообщества. Консалтинговый центр — это подразделение суперкопилки, где мы являемся финансовыми консультантами, то есть консультируем всем, кто присоединяется в наше сообщество. И за каждым участником закреплен консультант. Поэтому очень удобно, так как мы можем каждого участника вывести на пассивный доход. Это делает именно консультант. И независимо от финансовых возможностей самого участника, так как у нас есть программа накопления, это цели. Поэтому есть очень удобно работать по партнерской программе. То есть человек, главное задание — приглашать, он может не консультировать, потому что с участниками связывается консультант. Ну, другими словами, чтобы быстро рассказать, да, вы приглашаете, мы консультируем, вы получаете партнерку 10% от вкладов. Вот. Также хочется отметить то, что есть программа «Стоп-долги». Если есть потери в каких-то проектах, в хайпах, в банках, ипотеки, кредиты, и есть возможность предоставить доказательства, то, конечно же, суперкопилка сделает возврат средств. Вот. Хочется сказать, что партнеры «Солидар-клуба» также входят в это направление. И в пятницу в 15:00 будет встреча, открывается аккаунт по сотрудничеству Солидар-клуба, и будут первые уже регистрации. И, конечно же, для всех, кто зарегистрируется завтра в пятницу в суперкопилку от Солидар-клуба, будет подарок — это криптовалюта. А от суперкопилки будет подарок $30. $10 вы сразу получите после регистрации, а $20 — это бонус за первый вклад. Создан также чат по этому направлению, поэтому если будут какие-то вопросы, ну, все будет, все ответы получите в этом чате. И по всем вопросам обращайтесь, кто смотрит в записи, обращайтесь к Андрею Жарикову. Извините, Надежда, я бы хотел спросить, вы сказали, что, спрошу Надежду, $20 за какой первый взнос, за какое количество? От $20. То есть, если вы взнос делаете $20, значит, вам суперкопилка дарит в подарок еще $20. 20 и более. Угу. Вот. Так, если есть вопрос... Да, отлично. Денис сразу переводит. Ну, я так понимаю, что, в принципе, все, кто планировал на сегодня, выступили. Друзья, хотел спросить, как вам именно формат коротких презентаций? То есть, если такой формат устраивает, то мы можем такие встречи проводить регулярно. Вот я хочу сделать отзыв как раз по тому формату. Вот да. Реально, с 2014 года я не мог сделать презентацию системы. А сегодня за час, когда мне Виталий Млынко оповестил, я вот эти все пункты расписал. И вообще упаковал, что я хотел передать вот за эти 3 минуты. То есть формат вообще обалденный, супер, да? Просто. Отлично. Краткая сестра таланта, да? Да, соответственно, можно хорошо подготовиться, потому что ты знаешь 3 минуты, соответственно, дашь информацию, которая наиболее важна. Я ссылку, кстати, скинул на чат, где будет информацию давать команда суперкопилки, и завтра будет встреча подробная, то есть можно перейти в чат, кто хотел бы узнать больше. Вот. А так, по-моему, тоже получилось неплохо. Запись этой встречи я выложу на моем канале. Global Star Club. Возможности безграничны.